Поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы. 9 мая – символ несгибаемого мужества и героизма нашего народа. Мы всегда будем помнить, какой ценой деды и прадеды отстояли свободу и независимость Родины. Мы твердо знаем, кто принес мир странам Европы. И эту историческую правду обязаны сохранять, передавать из поколения в поколение. Нашу победу мы никому не отдадим. Огромный, неоценимый вклад внесли саратовцы в общую победу. С осени 41-го область превратилась в один из важнейших промышленных центров обороны. Она приняла и разместила почти 100 эвакуированных предприятий. Здесь было развернуто около 200 госпиталей. В годы войны 32 наших земляка стали полными кавалерами Ордена Славы, а более 300 удостоены звания Героя Советского Союза.